Ой-ой-ой, уходим. Капец просто, ребята, смотрите-ка, реально все жизни мне снимают. Капец просто, жесть, ребята. Ребятушки, всем здорова, с вами, как всегда, Артимэн. Мы в игре Tank Combat War Battle. Ребятки, здесь появились несколько новых танчиков, Snowdon и Kringle, вот этот вот Санта танчик. И мы сегодня, ребятушки, с вами возьмем этот новый Санта танк Kringle и отправимся, ребятушки, на нем сразаться в режиме выживания. Посмотрим, сколько же киллов сможет сделать в режиме выживания этот танчин Kringle. Ты перед началом подпишись, поставь лайкосик. И мы уже с вами, ребятки, начинаем. Вот он, этот танчик, кто забыл, вот он, вот так он выглядит у нас. Стреляет всякими различными новогодними, ребятушки, игрушками. Плюс у него очень крутая ульта. Он вот так вот, ребятушки, реально в прямом смысле закидывает подарками просто всех, кто попадается у него на пути. А это, конечно, очень забавно. Ну, давайте посмотрим, сколько киллов он сделает. Потому что, ребятушки, в режиме выживания тут с каждым новым противником танчики становятся все сильнее и сильнее, ребятушки. Все больше у них атаки, все больше урона, все прямо опаснее и опаснее. Посмотрим, сколько сделает киллов танк Kringle, потому что примерно 100 киллов считается нормальным таким результатом, ребятушки. Прямо нормальным таким, чтобы, ну, можно сказать, что танчик хороший. Если он смог сделать 100 киллов в режиме выживания, значит танк хороший. Давайте посмотрим, сделает ли это Kringle. Все-таки Kringle у нас достаточно мощный танчик, как вы знаете, достаточно прям такой классненький, особенно его ульта просто здесь всех раскидывает, разбирает, и это, конечно, получается очень-очень круто. Так, ладно, погнали, отлично, ребят. Так, у нас уже 20 киллов, 20 киллов у нас есть, ребятушки, но нам нужна соточка, нам нужна с вами соточка, посмотрим, сделает он или нет, потому что здесь реально мобы сейчас будут все сильнее и сильнее, ребятки, просто жесть. Кстати, да, ребята, этот танк Kringle можно получить абсолютно бесплатно, выполнив вот этот вот рождественский ивент, набрав 3000 новогодних вот этих вот носочков, ну или рождественских носочков. Я этот танчик получил абсолютно бесплатно, любой из вас может также его получить, потому что он очень крутой. Советую всем, ребятушки, абсолютно всем его получить, танк реально крутой. Вот сейчас посмотрим, сколько киллов он сделает, на что он способен. Понятно, что все зависит еще от моего мастерства, но, ребятушки, танчик Kringle тоже, естественно, должен показать, что он вообще может, ребятки, потому что он не самый прям сильный в игре. Самый сильный у нас это король Левиафан, но Kringle и не самый слабый, он где-то посерединке, ребятушки, такой середнячок, короче, вот примерно, да, вот так. Кстати, кто получил танчик Snowdon, тоже напишите, но его можно получить на данный момент только из боевого пропуска, к сожалению, только так его можно получить. Но, ребятки, кто-то из вас наверняка его получил, кто-то наверняка купил боевой пропуск и уже получил этот танчик, поэтому это тоже очень круто. Так, ну что, ребята, у нас 44 килла, мне еще помогают сражаться здесь дроны, да, пока что я всех с одного выстрела Kringle всех побеждаю, получается очень круто. Летающие цели здесь, кстати, очень сильные, с ними нужно быть аккуратнее. Опа, так, подождите, что, неужели мобы... Да, ребята, мобы стали сильнее. Все, 50, уже 50 киллов, смотрите-ка, и мне уже начинают снимать жизни. Уже не все так просто, ребятки, уже становится сложновато. Да, мобы становятся сложнее. Теперь уже нужно не один, а где-то два выстрела минимум сделать, чтобы их победить. Так, давай атакуй. Да, ребятки, смотрите-ка, мобы реально становятся сильнее, прям гораздо сильнее. Нужно прям постараться, чтобы их победить. Уже, конечно, нужно проявлять какую-то аккуратность. Так, подожди. Фух, капец, ребята, смотрите, они реально наносят много урона. Блин, даже становится реально сложно. Так, аккуратно. Буду, короче, постоянно закидывать их подарками. Плюс своей мощной пушкой. Давай, аккуратно, еще чуть-чуть. Отлично, отлично. Так, уходим. Блин, да ладно. Мне уже мобы половину жизни снесли. Я вроде бы нормально всех побеждал. И тут внезапно они стали очень сильными. Ребята, вы сами все видели, какие они становятся с каждым разом мощнее. Так, 62, ребята, 62 килла, уже 63. Так, ну смотрите-ка, половину жизни мне сняли. Это, конечно, в пику очень-очень-очень плохо. Так, ну мы продолжаем. Давайте-ка едьте сюда. Все, кто хотят сразиться, пусть приезжают сюда. Ну-ка, так, отлично. Очень мне нравится, ребятушки, ульта Kringle, вот эти вот подарки, которыми он закидывает просто всех. Это нереально круто, ребята. Так, ну что, мы приближаемся к 70 киллам. Так, у нас 69 киллов уже, отлично. Так, ну что, кто следующий? Давайте тебя. Теперь тебя победим, да, отлично, ребятушки, 70 киллов прямо сейчас будет. Так, у меня уже жизни все меньше и меньше, капец, мобы реально сильнее с каждым разом. Просто с каждым разом все сильнее и сильнее. Это, конечно, если честно, сложновато. Так, давайте продолжаем. Продолжаем, атакуем. Kringle, я в тебя верю, ты должен справиться. Ты же Санта-танк, ну он достаточно мощный, ребята.
Этот танк достаточно мощный, его ульта тоже достаточно крутая. Так, аккуратно, аккуратно, блин. Самые опасные здесь это летающие мобы, самые сильные, ребятки. Они реально здесь просто самые сильные, самые опасные. Так, ребята, жизни все меньше и меньше. Ой-ой-ой, уходим. Капец просто, ребята, смотрите-ка, реально все жизни мне снимают. Капец просто, жесть, ребята. Так, ну ладно, я надеюсь, получится. Мы должны, ребята, мы должны затащить, все должно получиться. Давай, отлично, 80, ребята, 80 киллов у нас уже есть. Так, уходим назад, уходим. Так, все, аккуратно, отлично. Ребят, здесь просто с каждым разом мобы все сильнее и сильнее. Вы сами видите, сколько мне они сносят жизни. Прям капец, как много, ребята. Так, ну что, мы уже приближаемся к сотне. Но у меня жизни все меньше, капец, давай. Атакуем. Так, 86, ребята, киллов. 86 киллов, я надеюсь, мы справимся. Уже остается совсем немножко, ребята, до сотни, до заветной сотни киллов, которая будет означать, что танчик хорош. Блин, ребята, у меня просто капец как мало жизни, жесть, ребятки. Так, ну ладно, давайте еще раз атакуем. Так, подождите-ка, да, продолжаем. Кто следующий? Кто здесь у нас следующий? Не вижу. Вот так отъезжаем, потому что нам реально здесь все капец как опасно становится с каждым разом. Так, блин, 90 киллов, ребята, 90 киллов уже есть, и у меня зато нет уже здесь. Капец, меня, ребята, уничтожили, капец, просто 90 киллов, ребята, и первую жизнь на крингле мне уже снесли. Так, ребята, но у нас есть вторая жизнька, да, по плану у нас есть вторая жизнька, поэтому челлендж мы еще пока что продолжаем выполнять. Плохо, конечно, ребята, что за первую жизнь мы не набрали 100 киллов, набрали только 90, но у нас есть еще вторая жизнь. Поэтому продолжаем атаковать. 95 киллов, мы должны сделать сотню. Цель челленджа — сделать соточку, ребята, на крингле за две жизни, которые у него есть в одном бою в режиме выживания. Так, ну что, продолжаем. Отлично, 97, ребята, 97 киллов. Так, давайте, сейчас будет 99. Ну-ка, блин, капец. Вы смотрите, как они быстро сносят мне жизни, просто с каждым разом все больше и больше. Итак, последний, ребята, последний сотый килл, да. Да, ребята, все, наконец-то мы выполнили челлендж. Отлично, так, ну что, 100 киллов крингл сделал, поэтому танчик можно считать нормальным, можно считать хорошим. То есть он выполнял этот челлендж, он достаточно хорош, он достаточно, ребятушки, мощный. Да, это правда. Ну, давайте посмотрим, сколько еще киллов он сможет сделать, пока у меня есть. Остается половина жизни, ребятушки, на крингле. Мобы тут, конечно, очень сложные, просто с каждым разом все сильнее и сильнее. Давайте посмотрим, сколько они смогут сделать киллов сейчас, прямо здесь. Потому что у нас, блин, капец, реально, смотрите-ка, жизни просто все меньше и меньше с каждым разом становится. Это, конечно, очень плохо, ребята. Так, я буду действовать очень аккуратно, потому что они реально капец какие мощные, надо действовать прям очень аккуратно. Даже один выстрел, даже какого-то маленького танчика сейчас наносит мне капец сколько много, ребята, урона, поэтому я буду, конечно, очень аккуратным. Так, отлично, все, продолжаем дальше. Давайте атакуем. 110, ребята, киллов уже. Отлично. Еще десяточку киллов мы с вами сделали. Блин, мобы капец какие сильные. Просто три выстрела сносят уже столько много жизни, ребята. Это, конечно, очень опасные. Очень опасные мобы. Прям вот ничего другого не могу сказать. Реально опасные. Прям капец какие. Так, ладненько, мы продолжаем. Блин, едут. Так, я отхожу, чтобы, ребятушки, немножко чуть-чуть засейвиться, чтобы продолжить сражаться с ними аккуратно. Блин, ребята, жесткие, капец какие они все жесткие. Я вообще не шучу, вы смотрите-ка, просто капец сколько сносят жизни постоянно, причем постоянно, и еще и много, реально много жизни. Так, ну что, где вы там? Вот они. Так, давайте-ка, то никого нету, то сразу много вас. Так, аккуратно, помогайте мне, все мобы. Блин, ребята, еще с этих подарков так сложно попадать. Вот единственное, на этом кринге реально сложно попадать, здесь есть такая проблемка. Так, аккуратно отходим. Блин, капец, как он далеко стреляет. Капец, этот какой-то пулеметчик. Блин, самолет-пулеметчик, что он меня уничтожил? Капец просто, ребята. Просто жесть. Вы видели, он просто в меня совсем немножечко попал своим пулеметом. И все, просто все. Конечно, ребята, жестко. Но, тем не менее, 117 киллов, ребятушки. 117 киллов.
Вот такой вот рекорд поставил танк Рингл, ребятушки. Это, в принципе, нормально. Мы выполнили челлендж, мы сделали, ребятушки, 100 киллов гарантированно, но еще сделали 17 дополнительно. Примерно 117-120, короче, киллов, ребятушки, может сделать танчик Рингл. Это, конечно, не супер много, но и не супер мало. Поэтому танчик, да, можно считать хорошим. Мы с вами заработали 15 600 монет и 65 гемасов за этот бой в режиме выживания на танчике Рингл. Итак, ребятушки, ну что, вот такие вот результаты получились у этого легендарного, лимитированного танчика Рингл. Да, конечно, ребятушки, я думал, что он, возможно, способен на что-то большее. Но, как оказалось, ребятки, у него не сильно много жизней. Мобы ему реально в конце начинают снимать капец. Капец, просто как много жизней. И он очень быстро заканчивается, очень быстро его начинают побеждать враги. Поэтому, ребятушки, вот такой, такие получились результаты. 117 киллов, это, в принципе, достаточно неплохо для, ребятушки, бесплатного танка, который, не забывайте, что вы можете получить из вот этого ивента. Осталось 6 дней ивента, уже будет 5 дней ивента, ребята, когда выйдет этот ролик, поэтому старайтесь. 3000 нужно заработать вот этих вот носочков, поэтому обязательно их зарабатывайте, получайте бесплатно этот танчик, потому что он, ребята, крутой. Но если тебе понравился этот ролик, посмотри мой предыдущий ролик, как этот танчик легендарный Крингл сражался в режиме PvP против всех других танчиков. С вами был Артемен, всем до новых встреч, всем пока-пока!